Привет! Вы на канале Device. Сегодня на обзоре монитор LG UltraGear 34GN850B. Узнать его актуальную стоимость вы сможете, перейдя по ссылкам в описании видео. Что вы думаете об этом мониторе? Напишите об этом в комментариях и не забывайте ставить палец вверх. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много интересного. Погнали! LG UltraGear – самая мощная экипировка для гарантированной победы. Благодаря нано IPS 1 миллисекунда, сравнимой со скоростью TN-матрицы, обеспечивающей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, вы сможете наслаждаться совершенно новой игровой производительностью. Сверхбыстрая скорость 160 Гц позволяет геймерам мгновенно видеть следующий кадр и делает изображение плавным. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко прицеливаться. Почувствуйте настоящую битву с настоящими цветами. 34GN850 поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P3. Выражает высококачественный цвет для воспроизведения с VISA Display HDR400. Обеспечивает реалистичное визуальное погружение. Независимо от поля битвы, геймеры испытывают ощущение того, что находятся в центре событий. Разрешение 3440 на 1440 пикселей позволяет монитору UltraGear выводить изображение с высоким уровнем детализации. Соотношение сторон 34-дюймового монитора составляет 21 к 9, а максимальная глубина цвета 8 бит плюс FRC. 34GN850 протестированный NVIDIA и официально подтвержденный совместимый монитор G-Sync, минимизирующий разрывы и задержки для плавного и быстрого игрового процесса. С технологией FreeSync Premium геймеры могут ощутить плавность движения в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она сводит к минимуму разрывы на экране и задержки отображения. Для дополнительного снижения нагрузки на глаза у монитора предусмотрен режим чтения с уменьшенной яркостью и синим спектром. Монитор обладает элегантным, современным и захватывающим дизайном, благодаря практически безрамной рамке экрана. Повысьте игровой опыт с привлекательным дизайном, улучшенной подставкой WiiWink и безрамным дизайном. Задняя панель монитора простая и выглядит как у большинства игровых мониторов LG UltraGear. Красный круг не имеет RGB подсветки, а на подставке есть небольшой вырез, который служит для кабель-менеджмента. Основание можно отрегулировать, чтобы изменить угол наклона и высоту монитора, чтобы вам было удобнее играть в игру. Габариты монитора с подставкой составляют 82 на 57 сантиметров, глубина 31 сантиметр, вес с подставкой 7,6 килограмма. Функция AMD FreeSync. Технология AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты обновления изображения с покадровой частотой ПК, что минимизирует задержку вывода, снижает эффект наложения кадров и подвисания изображения во время игры. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, специалисты LG разработали технологию Flicker Safe, которая подавляет мерцание экрана. С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени. Стабилизатор черного. Геймеры могут обнаружить снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и избежать столкновения. Прицел Crosshair. Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы. Ready Mode – режим чтения на мониторах LG. Поскольку монитор может использоваться не только для просмотра видео, то компания LG придумала предварительную настройку изображения. Этот режим включается одним нажатием кнопки. На задней панели расположены разъемы: 1 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, 1 USB 3.0 Type-B вход, 1 выход для аудио и наушников 3,5 мм, 1 гнездо питания 19 VDC. В мониторе используется внешний блок питания мощностью 80 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится: засветы, битые пиксели, короткий кабель БП. А вот что покупатели оценили больше всего: дизайн, быстрая матрица, качественное изображение, AMD FreeSync, 160 Гц, G-Sync, комплект поставки, удобный джойстик.
На этом у меня все. Пишите в комментариях, какой монитор вы бы купили себе и почему. Напомню, что узнать стоимость данного LG Ultra Gear можно будет, перейдя по ссылкам в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Device.